Здравствуйте, Сергей Кудренко для своего сайта Кудренко Инфо. И мы занимаемся созданием интернет-магазина на основе объектно-ориентированного PHP, объектно-ориентированного программирования и МВС. Давайте мы уже переходим в четвертый скринкаст. Давайте продолжим. Работаем мы в NetBeans, и давайте продолжим дальше. Переходим в Bootstrap. Ну вот, если обратиться к тому материалу, который там наработан на сайте Jerim, то тот подход, который там, мне он, правда, не очень понравился. В чем он заключается? А в том он заключается, что как только мы вводим сюда, например, там индекс или там, что нам необходимо, например, product или там goods, в зависимости от того, что мы сюда вводим, то это попадает, например, в нулевую, я напишу там, например, goods, товары, goods. Это попадает в нулевую с нулевым индексом, со значением goods в массив. Мы можем этот нулевой индекс с нулевым индексом значения подставить в передать, создать такой контроллер, или в контроллере создать метод, или создать отдельный класс, который через конструктор главного, как это делает Jerim в этом материале, через конструктор главного, например, конструктора будет перераспределяться на модуль, на модул, на конструктор там с, например, с названием и goods, и дальше на view, с на класс view с названием goods. Если, например, мы тут введем какое-то другое, например product, один товар для вывода одного товара, то то же самое через конструктор будет вызван класс с названием product, который перераспределит на view, на model, например, model product через конструктор, через главный конструктор. Ну, в общем, вот такая система. Ну, почему она мне не понравилась, почему она нам претензии на такую универсальность, но тем не менее она мне не понравилась. Дело в том, что приходится в зависимости от решаемых задач в параметры методов передавать разные значения. Эти значения мы, как правило, берем из, опять же, из массива, например, там какой-нибудь 1, там 2, 3, 10. Их может быть одно, может быть, в ячейке 1 со значением 1, может, например, тут еще 2, тоже передавать какие-то параметры. И вот в зависимости от того, какую задачу мы решаем, приходится передавать 1, 2, 3 параметра. И вот если, например, мы передаем, например, сделали универсальное такое распределение, а передаем, например, только один параметр, а подразумевается, что он может передавать и один, и три параметра, то надо писать исключения, надо писать условия, и от этого код проще не становится. Поэтому так я предпочитаю такой по старинке способ, просто переключателем switch в зависимости от того, какую задачу мы решаем, вставлять соответствующее значение и уже дальше распределять через контроллер на model, на view и осуществлять вывод. Ну, давайте посмотрим, как я
это решил в данном вопросе в буттрепе, в конструкторе создаем переключатель, switch, сюда в него передаем URL нулевой, URL с индексом 0, берем из массива. В данном случае, если, например, это у нас будет индекс, то попадет индекс, если это будет продукт, попадет продукт, если там goods, попадет goods. Далее мы пишем такие условия, что если у нас случай кейс точка запятой соответствует индексу, то тогда мы, давайте напишем сюда на echo, попали в индекс, посмотреть, куда мы попали в индекс break. Дальше в случае, если у нас кейс двоеточие, например, по условию у нас будет goods, то есть товары, goods товары, двоеточие, break, а здесь напишем echo, попали в goods, goods, так, тут точка запятой, дальше здесь у нас будет, например, case двоеточие, case product, так, здесь мне, по-моему, точка с запятой, надо двоеточие поставить, неправильно я здесь поставил, вот так вот, двоеточие, break, точка запятой, здесь пишем echo, попали в product, то есть в один товар. Будем выбирать один товар, и, например, если у нас ошибка произошла, кейс, то есть если у нас какой-то другой вариант, то мы просто пишем default. Двоеточие и break. Break. Точка с запятой. Напишем здесь echo. И тут напишем попали в error. Теперь, если мы посмотрим, что у нас здесь будет, вот давайте мы введем, например, ничего не введем. Так, ошибка, потому что у нас нет URL, поэтому мы пишем URL равняется контроллер.
контроллер, getURL, getURL, сюда попадает URL из контроллера, из вот этого метода getURL. Здесь мы оставим URL, переменная. И сейчас посмотрим, что у нас получилось. Перегружаем. Опять ошибка. Забыл поставить скобочки. А ну-ка еще раз попробуем. Так, ну вот, вроде попали. Итак, вот если вы здесь пишем, например, индекс, индекс, мы попали в индекс. Если мы, например, пишем в goods, то есть вывод товаров, goods, мы попали в goods. Если мы пишем product, product, мы попали в product. Если мы попали, набрали что-то непонятное, то мы попали в error. Пока что вот так вот. Давайте дальше разбираться. Итак, будем считать, что мы попали в первый вариант, попали в индекс. И давайте займемся, что мы здесь сделаем, что мы тут придумаем. Для этого мы создадим новый метод в контроллере. Назовем этот метод, ну, как угодно можно назвать, индекс. Я его назову, например, getIndex function. Ну, если паблик не стоит в начале или там не задан модификатор, то по умолчанию паблик у нас метод. Итак, пишем getIndex, индекс. Здесь мы ставим кавычки и напишем так вот echo, для того чтобы себя проконтролировать, не допустили на этом этапе ошибку. И напишем мы в get индекс контроллера. Сохраняем. Давайте посмотрим. Так, мы здесь ничего не вводим. Убираю, перегружаю. Да, ну а здесь же надо этот метод вызвать. А вызывается он следующим образом. У нас уже создан объект класса контроллер. Он у нас находится в переменной контроллер. Поэтому пишем контроллер. Ставим стрелочку для вызова метода из класса. И пишем getIndex. getIndex. Не забываем кавычки и точка с запятой. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Перегружаем мы в getIndex контроллера. То же самое можно все сделать и для других случаев. Давайте это и сделаем. В контроллере создадим еще методы, например, getError на случай ошибки. Пишем function getError. Здесь пишем echo и для контроля себе, для того чтобы проверить, не позапутаться, мы в getError контроллера. Следующий метод, который мы здесь создадим, это в контроллере
это GetGoods, этот контроллер будет отвечать за вывод товаров. Поэтому пишем function get goods. Ну и то же самое здесь напишем. Я скопирую. Копировать, вставить. И мы вот напишем вот так вот. Копировать. И еще мы здесь один метод создадим. Это метод будет отвечать за вывод и за работу с одним товаром. Поэтому пишем function get product. И то же самое здесь скопирую. Копировать и вставим. Скопирую отсюда. И вставлю. Давайте посмотрим. Так, я перегружаю, например, здесь ввожу индекс. Мы в get индекс контроллера. Дальше я здесь ввожу, например, goods, товары. Попали в good. А ну-ка, ага. Что ж я тут-то я написал, а в bootstrap надо же опять все это переправить. Поэтому вот я отсюда копирую, вставляю сюда, здесь вставляю сюда, и здесь вставляю сюда. Здесь мы пишем get goods. Так, здесь мы пишем get product. И здесь пишем get error. Так, посмотрим, перегружаем. Мы в get goods контроллера. Далее здесь мы пишем Product. Мы в get product контроллера и что-нибудь введем непонятное. Мы в get error контроллера. Так, ну, для 4-го скринкаста все. Сергей Кудренко. Мы дальше займемся в следующем скринкасте.